В Ангистауской области 30 человек пострадали от укусов каракуртов. По словам врачей, за медицинской помощью обращаются в основном сельские жители. В настоящее время состояние больных оценивается как средней тяжести. Укус каракуртов малоболезненный и часто не ощущается. Но вскоре появляется резкая мышечная слабость, из-за чего больные с трудом передвигаются, либо вообще не могут стоять на ногах.